сегодня уезжаю. Почему погода такая хорошая? Пока, Москва. В аэропорте крошка картошка заказала борщ. Это самый ужасный борщ. Мы перешли контроль. Идем в бизнес-лаунж. Тут большинство корейцы вошли. Или китайцы. Вообще, внутри в зале. Тут есть какое-то... Что такое? А, икра. И горячее блюдо тоже есть. Соки. Да, я обожаю. Только сейчас кушал. Скоро наш самолет, но очень не хочется полететь, поэтому мало кушала, нет аппетита, а Юн просто там парит телефон. У меня бизнес-класс, а Юн просто экономный, поэтому Юн обиделся. Почти 7 ночи, мне хочется спать. То стюардессы все положили мои вещи. И вот тут вот так. Интересно, тут ни одного русского, все корейцы. Они у меня очень короткие, но вообще туда. Но я все стюардессы помогаю как поднять. И тут есть пульт. Тут есть свет. И тут все можно доставать. Воды и даже резинка. Кнопка. В самолете очень громкий звук. Вот тут даю какие-то крем для рук, крем для тела. И, конечно, бальзам для губ. Запах вообще очень хороший вкус. Зубная щетка такая, обычно экономии другие, но тут вообще большие. Наушники тоже совсем другой, очень классные. Они только сейчас сказали, что всем нужно носить маску. Если не носят, тогда, возможно, по закону русские полицейские могут забрать нас, если мы против. Думаю, корейские полицейские и русские полицейские, что контракт... Поэтому, если мы не носим, это полностью по закону запрещено. Блин, ужасно. 9 часов в масках. Корейские айдоли рекламируют безопасность самолета. Москва, ночь, вот так выглядит, красота. Я думаю, тут нужно сидеть, у кого очень большой рост. Но я очень маленькая, поэтому просто вот так. Рядом со мной никого нету, потому что это закон. Вы скоро увидите, как я сильно буду ухаживать за кожей. Самолет очень сильно сушит кожу, поэтому вы быстро стареете. Нужно хорошо ухаживать. Это крем специально взяла для самолета. 30 мл можно взять. Вот посмотрите. Та-дам! Защита. Вот очень хорошо увлажнял кожу. Я знаю, насколько сильно влияет на кожу, когда в самолете. Это коллаген для кожи. Вот это тоска. Как я сильно скучаю по друзьям уже. Вот это Юн с хлебом. Юн сидит в другом месте сейчас. Стюардессы, как в ресторане, накрывали стол. И я кушаю эту закуску. Вкусно! И ребята, тут фильмы все новые, которые идут в кинотеатре. Тут еда все в русском стиле, гороховый суп, но честно, не очень. Другие люди все кушали стейк, но я специально заказала малокалорийный диетическая еда. Это таблетки для похудения, я пью после ужина. Это сильно помогло мне в России, там много жирной еды. Они еще раз накрыли стол и дают закуски. Вот, смотрите, это все русские. Туалет выглядит так. Отличая от эконом-класс, вот лошон тоже хорошие. И бритва тоже есть. Я пришла зубы чистить. Когда я не спала, я постоянно увлажняла кожу.
Они и бумаги дают, надо заполнить мои данные, и есть сосиски или нет, есть температура или нет. Самый лучший – это кресло. Можно как кровать лежать полностью параллельно. Я вообще очень хорошо спала. Когда я спала, уже стала ночь. Я проснулась, и оказывается, уже утро. Доброе утро! Стюардессы, они открыли стол для меня. Мне приносили курицу без никакой приправки. Остальные люди вкуснее завтрак кушали. Просто я специально заказала диетическое питание. И тут дают металлические вилка, ложка, нож. Тут пилот говорит, что скоро мы приземляемся. Вижу! Корея! Наша Корея! Все, мы прилетели. Я боялась, что подарок от Аниты сломается, поэтому вот так привезла. Уже вижу задницы корейских самолетов. Прилетим. Очень мало людей. Вообще нет. Народы. Очень хорошо прилетела, но не знала, что в Корее так будет сильно проверить. Даю, когда я отдала ПЦР-тест и вакцинировали, тогда не надо сидеть в карантине. ПЦР-тест обязательно нужно подать бумагой, а все русские пришлось сидеть в карантине. У кого есть машина в Корее, тогда очень удобно ехать домой. А у кого нету, нужно зарегистрироваться, потом нужно получить разрешение, потом можно ехать на публичном транспорте. В Корее после приезда в течение 24 часа нужно делать ПЦР-тест. Если не делают, то автоматически нужно сидеть в карантине. В Корее, говорят, очень больно делают. Я боялась. Просто в Корее ужасно дело. Тут сюда потом они закрутили. В России вообще просто рай. Очень больно. Следующий день это был мой день рождения. Мы с Юном вдвоем тихо отметили. Сколько подарков я получила из России, а мне прислали Женя на день рождения подарок. Блин. Вообще, что это? Это в Корее очень популярный, очень дорогой. О боже, так